Всем здорово, ребят! Ну что, мы опять на аккаунте Андрюхи, на сервере, и у нас сегодня веселье. Сегодня мы будем делать первый тест, и я еще вам покажу других героев 14-15, пока у себя как раз качаю их. Есть возможность показать 14-15, здесь они уже прокачаны. Тыковка 15 у нас сегодня будет на обзоре. Вот такая вот сборочка. Суперсила. 15 скилл, 10-10 исцеления, плюс железная воля, правда, девятка, не десятка, я у себя тоже девятку поставил, потому что нету здесь десятки, здесь аккаунт еще не настолько донатный, чтобы были у него 10 эмблемы, а если по-серьезному, то просто их нет. Не все плюхи на каждом, на всех серваках одинаковые, которые есть в изобилии. В общем, бурная радость. 15 скилл, прокачивать надо дофига, надо хорошие прокачки линейки иметь. 8 секунд, 70% увеличение атаки, скорости атаки и скорости передвижения всем дружественным героям, также иммунитет к оглушению, но это стандартная тема. В общем, такая у нас сборка. 9 эмблема плюс Рудольфик для того, чтобы был подхил, потому что мы пойдем смотреть на подземку с месой. Сразу говорю, разницы, скорее всего, никакой большой не будет, потому что 3% это, по сути, мало и ни о чем. Но я посмотрел сегодня на Архидемона на английском сервере, на сервере смотрю, у них, я уже показывал это Архи, он поменялся, и ребята уже даже понабивали практически по 7. То есть, о чем это говорит? О том, что все-таки где-то усиление еще есть, но, возможно, где-то составы. В общем, будем с вами пробовать тестировать. До этого мы дойдем. У нас откроется Архидемон где-то через пару дней. Поехали на мой аккаунт. Вот, у меня тоже тыковка, только 14. Я еще не качал ее. Ну, я камни коплю пока. Да и некуда спешить. 14 скилл, 67%. У нас идет 9 железка. Так, сейчас мы сюда Рудольфика тоже поставим. По сути, как бы такой тыквы хватает с головой. Единственные нюансы могут быть, что там где-то на доли миллисекунд будет больше ускорения при там определенных обстоятельствах. Но зачастую у нас это происходит только если где-то IGG набочинят и что-то пойдет не так. Возможно, будет больше ускорения, возможно, где-то будет быстрее. Но это не точно, это надо тестировать. Ну, судя по Архидемону, я посмотрел, у них довольно-таки неплохие результаты. У нас для Архи еще далеко, здесь надо еще кучу всего поздавать. В общем, дня 3-4 как минимум. У них уже был как раз новый Архидемон. И там довольно-таки неплохо все получилось у них набить. В общем, такая вот тыковка. Поехали, начнем с кошмарки 4.9. Да, вот я здесь просто закину ради интереса. Посмотрим по скорости. То есть, конечно, тут разница может быть пару секунд. Почему? Потому что тыква может по-разному забегать. Вот смотрите, вот она сейчас бегает туда-назад. То есть уже секунду какую-то потеряли. На таких тестах много там разницы вы не увидите. Самый лучший результат — это либо гильдейский босс, либо же вариант Архидемона. То есть одно из двух. Это, думаю, мы тоже затестим в ближайшем будущем, либо я здесь сделаю, на твинке сделаю такую же тыковку. В общем, 2.22 у меня получилось такое вот время. Если пойти на жестокое 7.10, по-моему. Да, тут у нас есть место, но тут мы вряд ли что-то увидим, потому что тут зачастую он сносится. 30-й все-таки прорыв. Ничего толкового не будет, потому что он сливается, это необычная тыква, там первая эволюция, либо без эволюции, которая может 7-8 там стаков нагнать, и будет это видно.
прокачках уже сложнее что-то затестировать, ну, именно посмотреть, как будет ускорение. Окей, 2.23. Поехали дальше. Поехали на AS-сервачок, на аккаунт. Я надеюсь, он тоже скоро будет топ-1 на этом сервере. В общем, так, я перешел. Перешел. Поехали на подзимку 7.10. Посмотрим, что у нас здесь. Получится, ну, то же самое. То есть, две тычки, ну, толком нифига не видно. Идем на кошмарку. Плохо, что нету, знаете, какой-то... Нифига себе, он еще кошмарки. Вот это ну бас! Кошмарки не зафармил. Это ужас просто, ребят. На таком аккаунте не зафармлены кошмарки. Так, идем сюда, выкидываем здесь, посмотрим. Хватит ли нам тут времени. 2.22 у нас оставалось там. Посмотрим, что у нас в итоге получится здесь. А, стоит ли качать тыкву на 15 скилл? Ну, опять же, я говорил уже, если есть возможность. А, не знаю, или это поможет, потому что надо будет протестировать на архидемоне. Но там на архидемоне было видно. Семерку ребята набивают, значит, какой-то толк в этом есть. То есть где-то это ускорение может помогать там на какой-то десятой попытке нагнать еще дополнительный удар. Но, в общем, однозначно плюс. Ну вот то, о чем я говорил, что плюс-минус здесь может быть даже вот одинаково. С плана экономии ресурсов, если смотреть со стороны, точнее не с плана, со стороны экономии ресурсов и других прокачек героев, я бы, например... Наверное, не стал качать вообще и 14 даже скилл, и 15 скилл, если вы не гонитесь за силой. Вам хватит тыковки 12, 13, хватит ее с головой. Вкачали исцеление на десятку, прокачали по максимуму, по возможности поставили суперсилу, и там 5, 6, вам этого хватит с головой для данного героя. На сегодня этот герой, по сути... используется в таких локациях, и то уже можно без него обходиться, если у вас есть определенные герои, можно тыковку даже не брать, если восьмая кошмарка проходится без тыквы, то соответственно все остальные кошмарки тоже точно так же и подземки проходятся без тыквы. Куда ее берут? Берут на гильдейского босса, то есть на гильдейского босса те, кто будет качать 12, 13, 14 скилл уже и 15 давным-давно не ходят. Это уже не актуально. Куда еще берут? Какие есть еще варианты? На архидемона. То есть для архидемона это самый основной герой. Без тыквы вы на архи никогда в какой топ не попадете, даже не набьете нормально одного. То есть это основное применение. Где ее также используют? Также ее используют на босса в КБшке, туда тоже можно качать ее, и она там нужна для быстрого прохождения боссов, тоже офигенный вариант. Еще многие используют ее в запределье. В запределье почему? Есть Фреи, которых сложно убить, есть другие герои, ну в основном мы говорим за Фрею. Берете с собой землеройку, берете тыковку, получаете офигенный разгон и фигачите. Во-первых, вы быстрее больше снимете хп, и во-вторых, землеройка у вас будет включаться там плюс-минус намного лучше, потому что она будет под разгоном, будет чаще попадать, если она миссает. Все. Больше, как бы, ну, я не знаю, какие локации. С локацией, которые у нас есть, где ее использовать, ну, скажем так, на многих локациях ее можно использовать, но она там не особо нужна. То есть, в основном... На сегодня самое востребованное это подземки, но без донатов. Ну и донатов, я не знаю, начинающих не все могут сразу все подземки проходить. То есть это раз, и самое основное это архидемон. То есть чисто ради архидемона 15 скилл, если вы хотите в топ, и посмотрим, как оно будет на практике на английском сервере у меня, есть смысл качать. А так... 3% разницы, ребят, вложенные средства и ресурсы никогда себя не оправдают, тем более на архидемоне. Потому что в топе будут сидеть задроты, донаты, и тягаться с ними ради там 100-200 кулаков, влить дофигище ресурсов, а влить надо будет дофига, я уже показывал, сколько надо по прокачке. Это просто бессмысленно. Поэтому
15-й скилл — это круто, это класс, это плюс 100 силы, если переход брать на соточку, я смотрел 99, качал, но на практике ресурсы никогда не вернутся, поэтому вот такой вот, ребят, тест, это первый герой, другие герои, думаю, будут интересные, потому что там у некоторых героев есть прибавочки. В общем, ждите видосиков, пишите комменты, ставьте лайки, вступайте в гильдию Асгард. Вот так вот. Asgard Rus, iOS сервер. Это отдельный сервер для айфонов. Пишите в телеге Сереге. Всем удачи. Всем пока.